Всем добрый день, друзья. Сегодня, как я и обещал когда-то, появляюсь на улице Ильича 4. В районе этого красивенького домика с террасами, с зимним садом, с греческими и российскими флагами. Ну, в общем, красивый домик. Я неоднократно его уже показывал, рассказывал, что мог. Визуально мне он очень нравится. Летом он намного красивее, больше зелени. Ну а сейчас мы от этого чудесного домовладения отправимся к морю. Вон там даже батут из детей. Домовладение достаточно большое, смотрите, вот одна часть, вторая часть. Красивенькая, ну забор надо, наверное, что-то с ним сделать. Уверен, сделают, раз такой дом красивый сделали, то уж поверьте, забор тоже сделают. Ну не все сразу же. Кивет, так понимаю, прорастает. И вот мы сейчас с вами непосредственно от Ильича 4 отправимся к морю. Вы видите, да, высотку Марину. Я обещал совершить это маленькое путешествие, как сейчас помню, в солнечную погоду, но сами понимаете, солнечная погода у нас беда последнее время, поэтому уже извините, как есть, так есть, пойдем прогуляемся. Тут вот за кинотеатром есть маленький незначительный подъемчик. Я думаю, вы даже не успеете его особо почувствовать. Конечно, когда спускаешься вниз, вообще шикарно, прям летишь вверх. И, ну, немножечко, да, есть такая напряженность, ну такая незначительная, легкая, я бы даже, наверное, может быть, не стоило ее замечать, но я все-таки вам скажу, чтобы вы знали. Рядом вот тоже вот Ильича 8, тоже неплохой, хорошенький домик, пустырь, незастроенная территория, блин, хорошая территория, место классное, но, увы. Видите, тут что-то строили, потом снесли, потом опять строили, опять снесли. И в итоге уже более 20 лет, наверное, все это вот место стоит, просто стоит. Буквально минута пеший по Конному, и вы уже в районе вот кинотеатра «Восход», прям можно сказать, в одном из центров поселка Лазаревское. Блин, сегодня погода какая-то непонятная. По термометру там все 15 градусов даже видел. Но по факту такое ощущение, что градуса 2 тепло. Не знаю, что такое творится. Пальмочки. Аптека. Сейчас заодно и подсмотрим температуру воздуха. Здесь на магазине Валентина имеется цифровое табло с температуркой. Под углом плохо видно, но ничего. Непосредственно с этого места я прогуливался уже к морю, как вы знаете, вот в этой высотке, вот она вот сбоку, сейчас покажу, ее сейчас не видно за деревом, квартира Михаила, я отсюда прям ходил. Ходил, все показывал, но всегда же интереснее свежего увидеть. Так, пропускают. 10 градусов. 10 градусов показывает цифровое табло. Здесь всегда кормят голубей. Оживленное достаточно местечко, скажу я вам. И вечером, и днем. Здесь что-то типа маленького рынка. Ну, как бы тут пиво, соки, мясо тоже продается, и мед. Одежда, зимой и летом даже одежда. Все продается. Все есть. По маршруту следования пятерочка буквально в 30 метрах. Ну и трасса. Так. Сейчас поблю. Он уже был отлучился к телефону. Так вот она, пятерочка, новые магазинчики красивенькие появились, такие вот с
кофе, сильный ветер. К сожалению, ветрозащита у меня погибла, поэтому как-то так. Вот она и столовая сразу справа. Единственное, что будет вам немножечко, может быть, будет вас немножечко нервировать, это светофор. Вот он, прямо перед нами. Ой, как долго же он горит иногда красным цветом. Ну, можете сходить в баню быстренько, в парикмахерскую. Все будет по ходу движения. Направо, буквально метров 300, станция Лазаревская. Тут автобусная остановка почта, если вы меня слышите. Что еще? Вот тут всякие телефоны ремонтируют, магазинчики всякие. И два перекура. Справа перекур и слева. Ну это если вы наркоман, друг, курите. Не буду выключать камеру специально, чтобы это хронологию не нарушить. А получился полный маршрут. Хотя камера сама может ограничить по времени ролики. Да, слева еще там ростовский гриль. Если вдруг что-нибудь захотите перекусить, всегда можете. Да не только слева, прямо тоже. Оп, стрелит, а? Ну а здесь приходится порой постоять. Достаточно долго, как видите. Ну знаете, рано или поздно загорится зеленый свет для нас. Кофе-хаус, одежда, Брест, перекур. Все, что вижу, все перечислил. Мне уже прям хочется перебежать через дорогу. Ой, блин. Какой-то я нервный, нетерпеливый. Все, зеленый заморгал, сейчас пойдем. Пойдемте. Прямо перед нами шоу-ма-шоу. Будет летом. Вот здесь вот. А вон ростовский гриль слева. Не знаю, видели вы или нет. Но мы уже на социалистической. Вы уже наверняка видели ряд роликов. В том числе про судоверфь. Вот буквально справа от нас эта территория будет освоена. Будут супер-пупер отели. Точнее, будет один отель крутой. Как сказали, мирового уровня, 300 миллиардов, я так предполагаю, долларов. Улица Социалистическая, слева Текила. Сзади электричка проезжает. Антона нет, чаем не торгует. Да и, может быть, будет продавать свой бизнес, я не знаю. Ну а прямо перед нами, можно сказать, достопримечательность одна из в Лазаревском, это вот
кафе «Русское застолье». Здесь, как ни странно, «Русское застолье», но восточная кухня. И я вам настоятельно всем рекомендую посетить это местечко. Здесь очень вкусно. Мне очень-очень нравится. Сегодня, как ни странно, один киосочек все-таки работает. Обычно все их киоски тут, даже в зимний период, не все, большинство киосков даже в зимний период трудились. Сейчас наблюдаю только один. Сотрудники газовой службы. Причем не с нашего региона приехали в усиление. Все ходят, проверяют что-то. Не, проверяют они технику. Все правильно. Но порядком часто задают всякие странные вопросы. А до моря осталось всего ничего. Молодой человек, что-то уронили. Нет, вот. Так, здесь я на секунду остановлюсь, покажу вам. Да, кто-то в комментариях мне писал, что тут будет город-сад. Нет, я имею в виду киоски. Просто делают, облагораживают, убирают ступенечку, делают красиво. Так что к сезону, я думаю, все будет отлично. Ждем красивые киоски, только уже более удобные. Но я уже вижу море, до моря менее 100 метров. И оно слегка буянит. Дует ветерок. Ну, а где-то там на горизонте сухогруз. Центральная набережная. Вот такие волны. Это пляж Лазаревский 1. Справа пляж Гренада. Вот так бы и все. Всем пока. Всем до новых встреч.